Сегодня в столице Акмолинской области с 8 утра проходят антитеррористические учения, максимально приближенные к реальным условиям. Продлятся они до 3 часов дня. В Нур-Султане маневры идут в районе шоссе Кургалжин и улицы Домалакана, а в селе Ахмол Целиноградского района силовые структуры начали перемещение по улицам Наурыс и Бахыт. Все участки временно перекрыты для автомобилей и пешеходов. Силовики в течение 7 часов будут отрабатывать навыки межведомственного взаимодействия, проверять готовность сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию. В антитеррористическом штабе просят население с пониманием отнестись к учебным мероприятиям и выполнять законы и требования задействованных служащих госорганов.